нажитое непосильным трудом. Кто-то из нашего круга выходил и говорил, вот машину купил и подбрасывал ключи перед носом. Кто в стране советов мог позволить себе обеспеченную жизнь? Этот заработок примерно был равен годовому заработку журналиста. И по каким признакам определяли, что у гражданина водятся деньги? Что они ели, что они пили, как одевались, как обставляли свои квартиры? Богатые тоже платят. Вещи состоятельных людей в СССР. СССР. Знак качества с Иваном Охлобыстиным. В субботу в 14:20.